меня зовут Слор, и сегодня я встал в 2 ночи. Зачем? Чтобы полезть на вулкан. Тут очень холодно, но очень красиво. Там рассвет. Там туман. Там вулкан. А там китайские туристы. Но рассвет все же намного круче. Брома – это вулкан-матрешка. Он стоит в древнем кратере вулкана Тингер, который когда-то пахнул наполовину острова Ява. А сам Брома извергается редко и не очень сильно. Рассвет над Брома – это один из самых красивых рассветов, что я видел в жизни в принципе. А после того, как налюбуешься на него издалека, тебя сажают в джип и везут к самому кратеру через море пыли. А вот тут мы вспомним степи монгольские. Эта штука называется Эрг, море пыли. Это кратер древнего огромного вулкана, и здесь пыль, кони и какие-то юрты. Не хватает только монголов. Сам кратер Брома не слишком глубокий, не слишком широкий, там не видно текущей магмы, это какой-то дымок и воняет серой, но вживую все равно это очень впечатляет, это ощущение, я даже не знаю, как это правильно описать, живой земли, что ли, как-то так. С одного вулкана мы слезли. Сейчас едем на второй, а пока можно поработать. Шайтан технологии. Поспать 4 часа и собираться на второй вулкан, сейчас полночь. А мы уже собираемся лезть на Иджен, и так и не утеплял со времен Непала, пожалуй. Говорят, там очень холодно. Подниматься на Иджен и спускаться в кратер оказалось не так холодно, как ехать в Кулкаму. Но все на того стоило, потому что внизу зрелище действительно уникальное. Все эти серные пары, выедающие глаза, добытчики, ковыряющие ломами серу прямо из кратера. И, конечно, знаменитое синее пламя от выходящего из скалы метана. Синий огонь — это круто, серная, я забыл, как называется, штука, из которых идет дым, тоже очень круто, но еще круче, знаете, что подняться наверх, где свежий воздух, и тебе не разъедает к чертям глаза. Но это был интересный экспириенс, а теперь любоваться озером сверху. Кстати, вот это озеро, ребята, это не вода, это серная кислота. Спуск, конечно, с одной стороны приятнее и полегче, а с другой стороны, это по щиколотку пылище, и ты в ней скользишь, плывешь так вот в пыли. На Бали поезда не ходят, поэтому автобусом. Автобус включали хорошим скандером. Но в нем открытые окна и
Сибири. Наверное, можно считать шофером. И 5 часов езды на Дубасара. А прямо сейчас напрямую на паромчик. Надеюсь, вместе с автобусом. Да, действительно, вместе с автобусом. Про эту неделю на Бали рассказывать мне особо нечего. Мы много работали, катались на мопеде, немножко отмокали в спа, так что пусть лучше будут просто красивые виды. Вот так прошла неделя на Бали, а теперь любимая развлекуха – Визаранс Куала-Лумпур. В прошлые визиты Куала-Лумпур как-то не очень зашел. А в этот раз, на удивление, понравилось. Мы поселились в центре, гуляли по центральной площади, сходили в городскую галерею, а главным открытием стал музей исламского искусства. На улице традиционный полуденный лумпурский дождь, который по расписанию обычно часа на 2-3, поэтому мы зашли в исламский музей, и он реально огромный. Это только спецгалереи, внизу есть еще, а это основная часть. Раз этаж, а вверху еще один этаж, и есть еще одно крыло такое же. Он реально огромный и очень интересный. От музея исламского искусства я был просто в восторге. В нем собрана куча посуды, оружия, древние свитки, выдержки из Корана и даже кусок ткани с самой Кабы. Я за 2 года, кажется, немножко подзабыл, что Куала-Лумпур — это город серых, бесконечных, надземных, подземных переходов. Вот мы идем по этому переходу уже минут 10, наверное, вон оттуда, вот с тех переходов. И нам нужно вон на те переходы пройти. Вот по этому переходу, через вон тот переход, на вот тот переход. А там метро, да. Переходы, переходы. А еще в те дни, когда мы были в Куала-Лумпуре, в Малайзии праздновали Дивали. Это такой индийский крупный праздник, праздник весны, нового рождения, новой жизни. И отмечается он чуть ли не более шумно, чем китайский Новый год. И наш отель, так получилось, оказался прямо возле Литл Индии. И это были взрывы, взрывы, взрывы и фейерверки всю ночь.
на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет еще много интересного.